Война между виктанцами и хелгастами кончилась моментально. Ее назвали Терацит. Миллиард жизней сгинул в петруситовом пламени, которое превратило Хелган в безжизненную каменную глыбу. Впоследствии стороны пришли к компромиссу и достигли нелегкой договоренности. Выжившим пообещали убежище на другой планете. Векте, родине тех, кто уничтожил Хелган. Половину планеты отдали беженцам. А виктанцы, жившие там, вынуждены были уехать. Теперь это был не их дом. Это был новый Хелган. Такие дела, ребят. Привет всем, Жек Херсон. Прохождение игры Killzone, глава 1, отец. Все, выдвигаемся. Пошли. Проходите дальше. На все вопросы вам ответят у терминала. Эй, ты, тебе разрешили стоять? Двигай. Что за концлагеря какие-то? Все, Лукас, мы уходим. Понятно, папа, идем-ка лучше. Бери поменьше. Только нужное. Слушай, я знаю, это трудно, но выбора нет. Дойдем до стены, и все будет хорошо. Я прикрою тебя. Но и ты тоже меня прикрывай, ладно? Будешь моим напарником. Идем. Пап, желтый пистолет это как-то неправильно. Он уже сразу бросается в глаза. Пап, лови меня. Давай. Не втыкай, мы бежим от преследователя. А ты залипаешь на 5 минут. Опять курил крэк. Это Векта. Это наш дом. Он всегда будет нашим, запомни это. Понял. Постарайся не шуметь и держись в тени. Идем. Папа. Ага. Ну, Лукас, давай. Ты молодец. Сейчас главное не сглупить. Да походу мы уже сглупили. Там Хелгас впереди. Все, идем. Сюда. Скорее. Давай. Кто-то из наших? Кто вы? Не посмотрите. Вы взялись? Замри. Эй. А вы исчезли. Угородились на нас туда же сами. Кто-то еще прячется. Черномазы, долго еще залипать? Фига себе.
Не тебя ищет чернокожий. Парень чернокожий. Что это у тебя тут горит? Нажать бы на эту кнопочку. Пип-пип-пип-пип-пип-пип. Сюда. Мы пока что пойдем с ним. Ну окей, пойдем. Идем, папа, не тупи. Ребят, вот так вот плохо, когда родители наркоманы, сами понимаете. Спасибо, это твой сын. Я веду его к стене. Не мне вам рассказывать. Тебе пригодится помощь. Ты маршал Тень, да? Почему Хилгасты это делают с нами? У нас был договор. Они же пообещали нас выпустить. Слушай, друг, я тоже не в восторге, но теперь они здесь хозяйничают. Я же сказал, тебе нужна помощь. Проведешь нас к стене. Южный переход закрыли, так что пойдем в обход. И так кучу времени потеряли. Твое имя? Синклер. Я Майкл Келлан. Это мой сын Лукас. Так, мы сейчас выйдем. Держись рядом со мной и постарайся не шуметь, ладно? Ты молодец. Я в тебя верю. Твой отец умный мужик. Пошли. Идем, нигеры, батя. Вперед! Нечего свои пожитки разбрасывать. Быстро, быстро! Не отставать. Шевелись. Дайте пострелять, малому. Дверь заклинила. Черт. Она во что-то упирается. Я могу пролезть, я же маленький ребенок. Надо, чтобы кто-то пролез туда и расчистил завал перед дверью. О, это я могу, я хочу. Пожалуйста, можно я? Решайтесь, назад пути нет. Я смогу. Только он один сможет тут пролезть. Давай. Пап, давай. Теперь наверх. Будь осторожен. 100% наркоман. Еще тот. Ладно. Растаман 100%, ребят. По глазам вижу, он долбит. Вроде неплохой парень. Он всегда все делает по-своему. Посмелее многих взрослых. Получилось? Да. Вот там. Лука, ничего себе! Здесь. Аж доска подпирает. Тихо, тихо, пап, спокойно. Ты здорово нам помог, Лука. Я в курсе. Ёб твою мать, ложись, папа, тормоз. Пошли. Вперёд. Ребят, 10 минут игры ни разу не стрельнули. Это разве киллзон? Посмотрим, что будет дальше. Нет. О. Я сниму его. А у бати это волына желтая, нормально. Ты так что творишь? Нельзя рисковать. Нет, я так не согласен. Тебе нужна была помощь. Вот она. Переживать будешь, когда мы выберемся. Пошли. Стена уже близко. Короче, 100% папа Растаман не хотел убивать. Негр пришил охранника. Ну, не знаю. Я, короче, на стороне черного. Внимание. Стена рядом, но расслабляться рано. Вы пока ждите тут. Жесть, что происходит. Слышал, Лукас? Почти пришли. Стану-ка я здесь на всякий случай. Вдруг начнут стрелять. Оп, это сюда, я вовремя. Тикаем. Папа, папа, не бросай меня, папа! Твою налево! Ух, ёб твою мать, папу пришили. Цели обнаружены.
Так. Папа, пистолет где? Держи за мной, Лукас. Так какой за мной, ты уже стойте. Все. Стойте. Нас обещали выпустить. Прошу. Со мной тут сын. Мы безоружны. Стойте. Стойте. Это не мой отец. Он меня украл. Я Хелгас. Гасите его. Это и наш дом тоже. Ой-ой-ой. Нет. Смотрите, что негр вытворяет. Черномаза, ты прям как ниндзя. Шевелится. Да, что там шевелится? Вот черт. Ничего там не шевелится. Придется тебя у меня, усыновить, Эдди Мерфи. Что теперь со мной будет? Дядя Эдди буду тебя называть. Придется мне за тобой приглядеть. Так-то, ну да. Пошли. Нам что? Бы только попасть за стену. Пошли. Вот так можно было бы сразу на шею посадить и вперед. Капюшон не хочешь одеть? Дождь все-таки лысенький. Вырубился. Отлично, Лукас. 8 лет спустя, ребят. Ты самый молодой кадет за всю историю нашей академии. Гордись собой. Твой отец чувствовал бы то же самое. Все, чего хочет наш народ, жить в мире. Мы должны оттеснить хелгастов. 10 лет спустя. Перейти через стену. Несмотря ни на что, это все еще наша векта. Однажды ты ее вернешь. Вернешь нам. Да хорош. 14 лет спустя. Для нас честь, что ты с нами, Лукас. Ты знаешь свою цель. И знаешь, чем грозит провал. На голову тебе наденут мешок. Выведут на стену. В цепях. Осмеют. А потом казнят. Отличная перспектива. Спасибо, черный, что вырос. Вырастил. Стена 7 июня 2390. Ты не представляешь, как нас тошнит от этого. Ну и заткнись. Ты Хариуса увидел вообще? Кубок с теми, кто разрушил нашу планету. Не один ты, Лукас Келлан. Думаешь, что это мы, преступники? Эта стена не будет стоять вечно, маршал Тень. Придет день, и мы захватим весь ваш город. Ну, это я сомневаюсь. В этот раз так просто не будет. Обмен. По высочайшему приказу Гера Лизари и в соответствии с 8-м пунктом мирного договора мы уполномочены освободить и обменять пленных. Причем незамедлительно. Ух, ёпту, что-то тут не так. Вроде ж обмен был. Что, Лукас, надо бежать, я так думаю. Хватаем оружие. О, ты, паренек, не успел. Тахаре. Не убило. Да, нормально, вытаскивай меня отсюда, лысенький. Что вы намутили, Guerrilla Games? Ребят, Killzone 4 по счету это. Скажем так, ну... Это одна из первых игр на PlayStation 4, которая вышла, как бы демонстрация всех графических возможностей.
Ну, я думаю, они постарались, конечно. Падение тени, Shadow Fall. Четвертая часть Killzone, ребят. Окей, окей. Давайте взглянем, что тут да как. Ну, Лукас вырос еще тем. Красиво, конечно. Очень красиво. Какие здания, какие электростанции. Это даже не электро, это гидроэлектростанция. Использую энергию воды, создают электричество, ничего себе. Ну, будущее. И пальмы, ну куда же без них. Что вижу я, разведка не врет. Они против. Но, министр, придется их убедить. Мне надо идти. Извините. С прибытием, Лукас. Спасибо, сэр. Я рад вернуться. Парни оценят твой поступок, но это было глупо. Ты слишком важен для операции. Черт, ты слишком важен для меня. Пришлось, сэр. У них не было иного шанса выбраться оттуда живыми. К счастью, мы тебя обменяли. На кого? Псевдоним Эхо. Канцлер Визари очень хотела ее вернуть. Полукровка, но вроде ни в чем не замешана. Вот, посмотри. Что там, дядя Эдди, покажите мне. Офигенских. Как правитель нового Хилгана, я не допустил. Ты это уже видел? Переговоры давно сорвались. Власти помалкивают, ищут варианты. Но это бестолку. С каких это пор нас интересуют политики? Вот так. Я знаю, что многого прошу после всего, что было. Но ты мне нужен. Мы на грани, Лукас. Один неверный шаг, и все полетит к черту. Я готов, сэр. Мы послали разведчиков за стену. Прослушивание переговоров, наблюдение за войсками. Нужны доказательства, чтобы атаковать. Что случилось? Мы не знаем. Прошло уже 2 часа. Они не вышли на связь. Это плохо. Узнай, в чем дело. Свяжись со мной, когда найдешь отряд и заберешь данные. Я понял, дядя Эдди. Хилгасты знают про нас. Главное не подставиться. Не оставлять следов. Я доверяю это дело тебе. Ты в этом лучший. Глава вторая, тень. Ножик. Окей, ребят, давайте продолжим в следующем видео. Как бы будем главы разделять. И я думаю, будет так интересней. Продолжение в следующем видео. С вами был Жак Херсон. Ребят, не забывайте ставить лайки, если вам интересно видео. Больше лайков, больше желаний делать и снимать видео. Всем пока, ребят.